мыть, чистить дорогу с шампунем. Антон – водитель поливомоечной машины. График с 9 до 6 – его мечта. Обычно в 7 утра он уже за рулем. У него важная миссия – привести город в порядок после зимы, очистить улицы от реагентов. Сегодня в городе Звенигород проводится мойка автомобильных дорог с чистящим средством «Чистодор». Выполняется 2 раза в год – весной и осенью, для того, чтобы смыть следы зимние содержания, да, реагенты, мазутные пятна. Часто мыть дороги с шампунем не рекомендуется. Достаточно раз в полгода обработать асфальт моющим средством. При этом специалисты отмечают – оно абсолютно безопасно. Полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».